Доброе утро, мои золотые, доброе утро, мои дорогие. Ребята, с утра так холодно, не поверите. В этом году, наверное, будет такая жара, потому что такого никогда не было, чтобы я вот столько лет, все-таки, девочки, не первый год я в Испании, а 25 лет. 25 лет я тут прошла. 25 зим, осени и весны. Утром стою, иду своих животных кормить. Глаз выкрыли, ничего не видно. Дубняк такой. Думаю, нет. Потом, когда приду с работы за Каэтаночкой, я этот накормлю. Думаю, наверное, будет чуть-чуть потом теплее. Я один свитерок одела и ушла. Девочки, мои арбузы были, я не знаю, ледяные. Прям, знаете, прям ледяные. Пришла домой за Каэтаночкой. Быстро одела джемпер. О, смотрите, жилетку одела. Я ее недавно постирала, чтобы отложить на следующий год. Она мне обратно пригодилась. Вот, говорю, Каэтана, одевайся чуть-чуть потеплее. Она же вообще мерзлячка у меня такая. Она такая, хорошо. Чуть-чуть нас пораньше, говорит, отведи в школу. Мы там на лавочке хотим посидеть чуть-чуть. Я говорю, хорошо, ну как ты поучила чуть-чуть историю? У нее в четверг экзамен. Да, говорит. Я говорю, ну посмотрим, короче. Сейчас пойду кофе выпью. Эстевана нету. Эстеван там где-то в другом городе каком-то. Так что вот так. Потом на квартиру зайду, чуть-чуть время сделаю. Хочу к Адаму сходить. Сперва позвоню, конечно. Как там дед? Жалко его, бедного. Как-то вот так. Оделась теплее. Каэтаночку тоже одела. Сказала, одевайся. Оделась она тепло. Она насчет этого стала молодец, девочки. Она вот раньше с таким этим, когда мы в эту школу ходили, в другую, да? И еще раз повторяю, в школу, не институт, а школу, потому что сейчас она ходит в институт. Так называется это средняя школа у них. 8, 9, 10 класс институтом называют, но это школа. Вот. Очень тяжело она вставала. Я не могла ее добудиться. Вот как стала ходить в этот. Ой, так странно, никого нету. Девочки, вы меня спрашиваете. И она стала сама вставать. Buenos días. Сама стала просыпаться. Вы меня спрашиваете, почему в кафешке такой шум? Знаете почему? Потому что вот эта вещь есть, которая вон там, вот такая штучка. Сейчас смотрите, она будет греть этот молоко. Сейчас я у нее кофе брошу, она будет греть. И вот это делает большой шум. Я говорю, а ну давай, говорю, молоко это сделай. Сейчас посмотрите, какое. Смотрите. Вот этот звук, это вот молоко. Видите, да? Вот они вот так греют. Сватает, ну? Сва. О! Алла! Видите? Вали! Он мне говорит, скажи, что это теплое молоко. Я вам сейчас сниму испанца. А в разнесении он испанел вердадеро. Де пура раса. Это испанец. О! Кому десаюна испанел? Как завтракает испанец? Вот так, с хлебушком. Aceite de oliva y tomate. Ahora la enseño como desayuno rusa. Как завтракает русская? Lo mismo, одинаково. Так что вот так, девчата, здесь трое человек, вы знаете, они такие шумные, но я к этому привыкла.
настолько привыкла, что для меня как-то это нормально, девчата. Так что давайте позавтракаю. Ой, этот парень мне давал это, говорит, а почему ты записываешь? У вас что, говорит, в Испании, говорит, нету, говорит, кафешки, где кофе? Си, у меня тут стало. Кон томате. Си. Так что вот так. Вот они вот в эту штучку ставят хлеб. Вот видите, да, пальцем показываю, некрасиво. Вот, они вот так хлеб режут, ставят, а потом вот, вот такой хлебушек. Вот наш завтрак, девочки. Но не все. Ты можешь заказать все, что хочешь. Вот и сладкое есть, девчата, без проблем. Но мне это не тянет. Потом вот такое есть, соленое. Это, можно только пиццу там. Ну, что ты хочешь, да, вот. Донут есть. Вот, круассан. Вот такой. Тоже делают на этот горячем, если хочешь. Девочки, пришла на квартиру. Ванную, короче, и туалет залила специальной жидкостью. Есть такая жидкость, она как гелеобразная. Хочу этот... Завтра дочка придет учиться. Должна была сегодня, но... Партикулярный наша учительница сказала, что она и завтра свободна. Так что лучше завтра, чем сегодня. Иду домой. Так что завтра приду. Я заметила, у нас в городе вода очень нехорошая. Ну, я так вот так заливаю этой гелью. Ну, есть же для унитаза вот так вокруг, да, как утенок, да, называется. Вот. И я обратила внимание, девочки, что вот сейчас сделала вот белизной, и вот щеточкой вот так вокруг, вот где вода выходит с унитазом, этот, оттуда вот такой песок, короче, вы поняли, да, идет. Нехорошая вода в городе. Тоже, ну, мы, я воду вообще не пью с крана, да? Вот. И правильно делаю. Хотя есть там... О, суслика, тетя. Вала, вала, вес. Так что вот так. Уже, знаете, девочки, надоел мне город. Домой хочу. У меня... Чем меньше сюда я прихожу, тем меньше мне хочется, девочки. Постоянные шумы, постоянные какие-то ремонты, девчата, в этих квартирах. Этот лифт постоянно. Да ну, я у себя дома намного лучше, девочки. Если шум есть, это я шумлю. Вот и все. Девочки, нам тут новую дорогу делают и хотят мост сделать. Вот когда вот к нам в поселок заезжаешь, бешеные деньги этот мост стоит. Но смотрите, у нас как заходишь к нам в поселок, как у нас красиво. Наш поселок называется Гамунар, девочки. Конечно, много этих высохли, да, вот хоть их поливают, уход делают. Сейчас пойду своих подруг увижу, с ними стакан кофе выпью. Сегодня целый день одна. Вот. И муж, и мужа нету. В 11 часов, говорит, я подъеду туда, в город, а я уже тут. Так что вот так. Вот это хаки, видите, да? 24 часа открыто, его закрыли. Это публичный дом был. Забастовки делали, что только не делали жители нашего поселка. Но все равно держался в открытом. Вот сейчас, не знаю, что случилось. Там каких-то нелегальных, короче, нашли девчат. Приезжих, да? И вот закрыли. А тут у нас церковь. Видите, вот это католическая церковь. У нас в городе только одна мечеть, девочки. И то, знаете, это было какое-то заведение. Сами арабы взяли. Не знаю, выкупили в
в аренду взяли. И они там сделали такое место, ну, большое. Ну, где я, салам алейкум всем, где я сестре похороны делала. Вон там. А, я думала, это... Ну, уже всех здесь, а. Как это хорошо, девчата. Все друг друга знают. На лицо меня все знают. И по говору тоже. Ну, они говорят, ой, когда ты говоришь, мы уже знаем, но я же все равно с акцентом. Телефон падает, тяжелые девочки. Они уже все меня знают. Я тоже всех, ну не всех, большинство людей знаю. А так, больше меня знают. Но так как я приезжая, все равно считаюсь, ну, они говорят русская, да? У них все, кто на русском говорит, это русская. Понимаете, даже моя двоюродная сестра, которая родилась-то она... Родилась она в Махачкале. Нет, я вон туда машину. А сама она выросла в Казахстане. Но она на казахском не говорит, не знает. Вот. Ее тоже русской называют. А мне так смешно стало, девочки, когда она сказала, там, кому-то там что-то говорила, она говорит, я русская. Я говорю, а почему ты говоришь, что ты русская? Почему ты не говоришь, а, мол, из России? Почему ты не говоришь, что ты из Казахстана? Ты же из Казахстана. У тебя же паспорт казахский. Я говорю, и ты жила там? Ну, всю свою жизнь она прожила там в Казахстане. Я не знаю, ей 2 года, что ли, было, когда она уехала в Казахстан. Я так удивилась. Ладно, девчата, и то я им, ну, кого близко знаю, говорю. Я из России, но я из Дагестана, да? Кто там? Ну, они все равно, они говорят, Пакистан? Я говорю, нет, Дагестан. Они путают, они не знают, что это такое. Даже Чечения не знают. Хотя, знаете, смотря где, наверное. Потому что я знаю, что во Франции знают. Вот. Я ей говорю, почему ты не говоришь Казахстан? Это же, ну, такая популярная страна. Ее многие знают. Вот как и Азербайджан. Азербайджан, знаете, как они стали узнавать? Вот. Из-за Формулы-1. И еще Евромузыка же была, Евровидение. Там же азербайджанцы этот пели. Вот они оттуда вот тоже знают. Понимаете? И знаете... Ой, у меня касса выключилась. А кого за Салир? Это мой приятель, девочки. Вот такие у меня взрослые приятели. Война, мивой, ты играла умкачиту. На вы со мной, если что. Короче, я выхожу с машины, девчат. И он мимо проходит. Я ему 1500 раз сказала. Más adelante. Más tarde, a ver. Y bueno, es que estoy ahí. Me he levantado a las 8:30. Y estoy ya harto de estar ahí. Ya. Estoy metido ahí en la cocina, ahí. Bueno. Bueno, adiós, me voy a tomar café. Я ему говорю, ты что мимо проходишь, а? Ни здрасте, ни до свидания. Еще раз, он так часто делает, девочки, знаете, потом он хороший мышек. Одно сладкое слово. Всем приятно. Моих подруг нету, я как смотрю. Так. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal estamos? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Corriente frío ha hecho esta mañana, ¿eh? Y ayer también. Sí. Вот так, девчата, сейчас подожду своих подруг. Пошла домой, девочки, купила помидоры. Все-таки буду я делать то, что хотела. И арбузик. И, ребята, у меня такое желание пойти посмотреть, как они там мне яйца... Томасик, привет, дорогой. Кайтана мне говорит, тетя, ты во сколько придешь? Я говорю, почему? Перестань, Томас. Ты что, как будто больной какой-то?
так прыгаешь, так радуешься. Ты же меня 2 часа как видел. Успокойся, мой золотой. Вот. И говорит, во сколько придешь домой? Потому что холодно. Тумасик, чтобы не замерз. Я говорю, ну там же есть, говорю, этот, его кровать и все. Так, иду проверить моих курей. Ой, обувь сниму. Эту обувь не одеваю туда, в курятник. Потому что пачкаю, девочки, все равно. Так. Вчера ночью нашла яичко моей этой. Так что, значит, все же она мне несет. Дверь открыта осталась, девочки. Открылась, видать, от ветра или как, я не знаю, или они. Это потому что одна курица на улице новая. А почему она на улице? Потому что дверь приоткрылась. И другая новая на улице. Вы что? А? Так что нашла я одно яйцо. Значит, дверь открыла. Потому что я не закрыла хорошо, видать. Что, гуляете? Ну, потом я вас заведу. Наверное, будет сложно. А ты что так? Вот ты меня напугала, дура. Вот ты меня напугала. Думала, мертвая, что ли? Сдохла, что ли? Ненормальная. Как они вышли? Чуть-чуть притолкнул. Этот, а другая тоже вышла, да? А нет. Это сидит. Как будто... Ты же сейчас поставишь и сразу съешь. Ты не вышла. Какая-то у меня воспитанная, а? Это ставит, девчата, яйца и кушает. Ну ты тогда сиди. А вы что? Я вас уже кормила, мои золотые. Сейчас я посмотрю. Девочки, хорошо, что я им вот этот... Потому что уже на пол не сыплю. Сыплю вот на эту штучку. Отойдите, дайте мне пройти, пожалуйста. Смогли вы туда зайти? Это же для них новое. А ну, все поели. Неужели вы все съели? Крупинки не оставили, девчат. Крупинки не оставили. Все съели. Но им, вот я им сегодня насыпала, очень было видно, что им удобно так кушать. Отойдите. Дайте пройти, хочу посмотреть. А ну, мне просто интересно, девочки. Как они? Тут оно? Ни хрена? Ни хрена. Ни одного яйца. Посмотрите, где они мне выложили. Посмотрите, да? Ну, вот вы бестолковые. А? Но вы нормальные, а? Пока привыкнуть, что ли? Не знаю, почему они там не положили. Одна тут вообще выложила. Теперь что мне искать надо, да, яйца? Вот так. Такие деньги отдала, купила. Чтобы удобно было. Они теперь по улицам будут мне, да, выкладывать. 3 яйца, это же мало. Они, видать... Но еще, в принципе, рано. Может, туда мне сено, а? Отойдите. Дайте пройти, я на вас наступлю, девочки. Вы же меня нервничать заставляете. Ну, как это? А? Ну, вот посмотрите, да, вот какие у меня куры, а, странные. Я им для удобства... Это они мне вот так. Нехорошо, девочки, вы себя плохо ведете. Очень плохо себя ведете. Вы должны ставить мне туда. Вот видите, это тоже безволосая. 2 штуки у меня. А сейчас будет 3. Но у меня не было коричневых вот таких. Посмотрите, как она блестит. Какая красивая курица, девчат. Я ее когда увидела, я сказала, эту курицу я хочу купить. Очень красивая. Да, у меня все куры красивые, девчат. Черных у меня 3 штуки, да? Да. Вот черные хорошо несутся, девочки. Вот черные и вот обычные белые. Вот такие тоже хорошо несутся. А вы зачем вышли? Thank you.
Ай, мои пип-пип-пип, сейчас. Сейчас, мои золотые, так. Девчат, а это маленькая, которая там сидит на яйцах, да? Ну, квочка, да? Правильно сказала? Воду выкинули. Аллах, Аллах, какие вы все-таки. Это, наверное, никогда зелень не ела. Она же в клетке бедная. Мне так жалко их. Девчат, вы что думаете? Вокруг? Это вообще, девчат, уже ей яйца не помещается. Она все себе и себе. Поняли, да? Что я вам хочу сказать? Столько яиц вокруг, короче. А она все сидит на них. Но я ее оставила. Она уже 2 дня, что ли? Вот сегодня 3-й день. Я ее не беспокою. Ничего. Вот, даже яйца не помещаются. Видите, да? Подождите. Темно. Хотя мне говорят, что она очень хорошо ночью снимает. О, сидит. Она маленькая совсем, девчат. Ну, совсем маленькая. Мне ее даже жалко. Она хочет быть мамочкой. Это мне постоянно сюда одно яичко вот так выкладывает. Такое маленькое. Все время сюда захожу, потом у меня волосы все пачкаются с этой штучкой. Ну, этой. Привет, привет, мой золотой, привет, мой сладкий. Вчера черепаху искала кушать ей дать. Не могла найти, не знаю, где она. Вот они прячутся тоже. Я еще даже домой не зашла, сразу к вам. Так что не надо жаловаться. У этих всегда есть еда, девчата. Они так... Ну, их здесь меньше, конечно. Так, сейчас ее поищу. Может, она где-то сидит. А если она... Если пава сидит, девочки, я ее беспокоить не буду. Если она тоже такая, знаете, хочет быть мамочкой, пускай будет. А так яйцо она вон туда выкинула и все. Ай, привет, мои золотые, как они бегут ко мне. Они уже знают, да? Ты уже знаешь, что я мамочка, да? Я им коробочку положила так, знаете, чтобы вдруг там холодно, да, чтобы они заходили туда. Ай, 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 какие они у меня красивые, какие они у меня хорошие водички, вот так я им. Ай. Приветики, приветики, мои золотые, мои хорошие. Ай, какие вы сладкие. Боитесь или как? Вчера чуть-чуть шарахались. Хочу, чтобы вы ко мне привыкли. Хочу их приучить немножко к себе. Смотрите, какие они. Девочки, но они вообще не весят, а? Это, они, наверное, недельные девчат. Вот так взять от матери, тоже убрать недельную. Жалко. Вот так я им сюда этот насыпала. Ну, короче, вот так, девочки. Твоя жена где? Иди жену ищи. Где она, интересно? Если где-то она будет сидеть, я ее даже тревожить не буду. Хоть бы сидела. В прошлом году она же мне вытащила, не знаю сколько. Вот эту, которую дала, это она высадила. Она ее выкормила, выгулила. А вон она. Она вчера вот под этой качелькой яйцо бросила и ушла. Вот такая. Понимаете? Так, если он тут обрезал все, потому что я же хожу тут, ищу она. Сегодня одела джинсовые брюки, ребята, без ремня.
сегодня, если он закончит обстригать, когда закончит, вон она гуляет. Мы уже соберем. У меня есть специальная такая штучка, которую ты проходишь, девчата, и она все подметает. Вот с ней я вручную не буду уже. Уже нету этих сил вручную ходить тут. Ой. Это он все вот это обрезал, все, потому что... Ой, девчата, сколько работы. Ну ладно, девчата, это все ерунда. А эти куры за мной. Красивые они. Я их купила, потому что они красивые. Ой, девчата. Ну, сегодня они же каждые 2 дня, каждые 3 дня. Одно. А я переживала, думала, может быть, это не мамаша мне неслась, а несла и дочка. Оказывается, мамаша. Я вам сказала, да, что я просветила яйца, все есть. Я еще, конечно, в этом, который мне сосед дал, 5 яйцо, там одно яйцо только, вот что-то я вот не знаю. Вижу его каким-то чуть-чуть странным, да? А, посмотрим, да? А остальные как-то вижу, что будущее, короче, есть. Ты чё? Чё? Гуляем, вот это тоже обстригу. Когда из того она уже пострижет, вот это тоже сделаем. Вот это дерево тоже надо убрать. Видите, его он обстриг, этот сосед, который приходил. И он высох, не знаю почему. Ну, может быть, это и не за то, что он его постриг, не знаю. Но факт есть факт. Он цвел, все. А сейчас не цветет. Он высох просто и все. Видите, да? Вот этот красавец мой. Ой. Иду домой, руки помою. Порядок себе приведу. И буду готовиться к обеду. А черепаха так моя и не вышла, девчат. Я еще ей кушать. Вы знаете, я ей кушать сюда бросила, да? А... получилось. Хотела вчера канарейку купить тоже. Вот. А канарейка сразу спустилась на еду этого. Ну, смотрите, на полу. Что ты на полу делаешь, а? Что ты на полу делаешь? Вот я и креветки туда этому раз так. Потому что они пахнут, да? Вот должен же прийти. Черепаха должна же прийти. Я не знаю, должна или должна. Потому что, я не знаю, мальчик, девочка. Но... Факт есть факт. Черепахи нету, девочки. Как они прячутся? И куда? Она отсюда никак не могла выползти никуда. Я и под домик посмотрела. Я, короче, везде здесь прошмоналась. Нету черепахи. Если она, конечно, в цветок не залезла. Но не думаю, что она залезла в цветок. Томас, что ты там жрешь? А, Томас? Жрет всякую-то, потом вырывает. Нету черепахи, девочки. Не вижу. Как у меня цветок раскрылся. Как у меня роза пошла, девчат. Красавица просто. Такого цвета еще. Прям вот не знаю. Цвет красивый. Очень красивый. Вот такая у меня красота тут, девчат. Такая ляпота. Хотела канарейки купить, говорят, сейчас нету. Сейчас они будут. Ну, сейчас яйца только начнут, они тоже. Потом, может быть. Я им чуть-чуть туда водички тоже налила в этот. Может быть, будут купаться или что.
А я им чуть-чуть. Как вы, мои радости? Как вы, мои сладкие? Все домики изуродовали. Где ваша рождаемость? Скажите мне, пожалуйста. А? Где ваша рождаемость? Я как тут оказалось это? Посмотрите. Внутри. Такие они продуманные, стоят, ждут. Так, мне насыпешь кушать или не насыпешь? Насыплю. Хотя у них есть, девочки? Так. Раньше 5 с чем-то стоило, сейчас 9 евро стоит их еда тоже. Все цены поднимаются, девочки, на все поднимается. Сейчас вообще это уже невыгодно держать. Знаете, люди раньше держали из-за выгоды, да? Ну, там, вот, 1-2, да? Например, там, дома, да? А вот так их стаями держать, там, чтобы 20-30. Это вы представьте себе, сколько они кушают. Если не продаешь, вообще невыгодно. А я же не для продажи, я же для себя. Ай, короче, вот так. А эти попугайчики тоже, мальчик и девочка, и тоже нету пополнения. Я одно яичко только на полу тут видела. Не знаю, вроде бы и удобство есть, вроде бы и все есть. И домики я им купила. Купила и сделала. И все равно они покусали эти домики. Игрушечки все навешала. Столько игрушечек я им купила. Все. Бай, толку нету, девочки. Редко на качельке, редко. Как-то вот так, редко-редко. Ну ладно, пошла я домой. Она канарейку, девочки. Или она скучает? Чё она возле двери? И это... Ты чё, сюда хочешь, что ли? Вам же просторно там. Может, мне надо было наоборот. Канарейки две, а их много. Надо было туда их. Может, поменять их местами? Как вы думаете, а? Их все-таки больше. Им разгуляться тут негде. Сегодня у мужа спрошу. Ладно, девочки, я вас оставляю. Девчата, ведите себя хорошо. В этом году виноград будет хороший, девочки. Я посмотрела. И уже выходят. Да, виноградики такие. И неплохие. Дед. А ты что тут? Девочки, он такой ничего стал, но все равно он с задницей ко мне. Все время с задницей, но он уже так не шарахается. Ой, вы что, раньше прям убегал сразу. А сейчас как-то потихоньку, как будто вот... Ладно. Короче. Все равно это видео не передает. Девчата, цвет этот его насыщенный не передает. Я вот как сколько раз смотрю, да, вот пересматриваю свое видео, не передают этот цвет. А эти выросли в клетке и сразу в клетку смотрят, понимаете? Хотят кого-то зайти туда в клетку. Странно, правда? Может, тебя запустить сюда? Сейчас она, наверное, убежит, если я подойду. Она боится.
Гош, ты хочешь погулять? Ты хочешь погулять? А, Гош? Хочешь? Хочешь или не хочешь? Но потом, когда я с тобой приеду, я тебя закрою, ты же бьешь его. Вот не вижу, девочка, чтобы Гоша кушал вот так хорошо. Понимаете? Вот не вижу. Иди сюда, Гоша, на травку. Гош. А, Гош, идем. Идем. Гош, через пару недель тебе принесу девочку. Но она должна, конечно, вырасти, мой золотой. Придется тебе еще полгода потерпеть. Но ничего. Че? Люди терпят, ты не потерпишь. Ай, мой Гошенька. Ай, мой золотой. Вот это мне нравится. О, ты чего, а? Посмотрите, девочки, видите, да? Вот в чем дело. А ну иди. А ну иди. Ты что моего Гоша обижаешь? Ты вообще что ли? А? Ты как себя ведешь? Борзый нашелся. Посмотрите на него, девочки. Видите, ну, наверное, потому что сейчас... Сейчас еще меня клюнет. Пошли, Гоша, пошли. Пошли домой. Сейчас они будут драться, девочки. Идем, Гоша, идем. Вы посмотрите на него. Вот, вот какие животные странные, девочки. Вот. И его бьет этот, он там убегает, чухает, если что. А Гоша какой молодец. Без никаких проблем. Идет, заходит, выходит. Идем, Гоша. Идем, Гоша. Вот за это я тебя люблю, Гоша. За твою преданность. Идем, Гоша. Снежок, а ты как? А, Снежок? Ты как, мой золотой? Ты тоже красивый. Девочки, посмотрите, как он красивый становится. Какой он белый. Прям белый-белый, а? Невероятно белый, девчат. Какой он чистый. На хвост почему-то такой пощупанный. Как будто его... Ой, надо было взять и обосраться, да? Молодец, Гоша, что зашел. Молодец. Ладно, с вами могу часами разговаривать. А тут не до разговоров. Тут надо... Надо мне домой идти. Гоша, я сейчас не могу. Я чуть-чуть попозже приду, хорошо, Гоша? Потому что сегодня я им обещала убирать. Порядок тут навести надо будет мне. А от тебя не ожидала, а? Какой ты предатель. Ну зачем ты так сделал? Ты почему его обидел? Ну, наверное, свою территорию тоже защищает, девчат. У него же жена ходит беременная. Ну, у них сейчас вот это... Период такой... Короче, иду домой. Больше так себя не веди. Хорошо, показывай себя с хорошей стороны. Так, это я закрою. Это я закрою. Девочки, вчера Томасику плов дала. Ну, без мяса, без ничего, просто рис, да? И какая-то она мне говорит. Тетя, дай ему еще. Вы посмотрите, в цирк его надо, в цирк. Цирк, давай, прыгай, прыгай, прыгай. Девочки, какой он красивый. Скажите честно лицо. Какой он красавец. Посмотрите. Если вы вчера видели, когда я плов несла, как он прыгал. Как он высоко прыгал. И Кайтана говорит, тетя, ты посмотри, как он высоко прыгает. Очень высоко прыгает, девочки. Сейчас идем домой. И она говорит, тетя, он заслужил. Дай. Дай. Дай ему еще плов. Вам просто видеть надо было, как он любит домашнюю еду. Плевать я хотела, девочки. Мне одна девчонка написала, ты знаешь, я тоже кормлю, вот, готовлю ему сама. Ну вот, мой редко, говорит, ест вот этот сухой корм, да? Зато, говорит, зубы, говорит, все, говорит, целые у моего.
Ему там 13 лет, что ли? Ее собаки. Так, я сумку не взяла. Так, девочки, арбуз тоже возьму, сумку тоже возьму. Домой иду.